Привет всем! Сегодня в ремонте Honda Fit. Вот такой экземпляр заехал ко мне в гараж. Правая сторона целая, заднее стекло выбито. Но вот стоечка задняя помята. Также стойка крыши промята. Крыша. Ну и вот видим дверь передняя. И крыло втиснуто под капот. Ну вот поближе снял, как промята стойка. Ну и вот основной залом крыши. Разобрал машину. Будем равнять. Вот этот вид снутри, как все промято. Для начала выдавливаю усилитель крыши, чтобы дать примерную форму. Сначала сам усилитель, а затем по краям усилителя усиление. Удавлю от пола машины, подложив под домкрат деревяшку, чтобы не промять пол. Ну, а сейчас выталкиваю рукой крышу. Сколько-то выпрыгнуло, сколько-то осталось. Сейчас раздавливаю стойки. Вверх чуть-чуть, сбок. И делаю замеры. Смотрю высоту крыши. Диагональ лобового стекла. Но и диагональ средних стоек. Задние стойки на месте, судя по зазорам крышки. Вот. Диагональ мерить можно взять от любой точки. Главное, чтобы она была симметричная другой диагонали. Как бы все нормально. Делаю проявочку, чтобы глаза себе не ломать. Где какие ямки, где какие узики. Ну и равняю крышу. Работаю я в основном монтировочкой. Аккуратно выстукиваю, чтобы не делать больших шишек. Снизу монтировка, сверху молоточком. Так мне удобнее. Ну, в общем, равняю крышу, делаю проявку, стучу, отстукиваю, сажаю.
Ну вот примерно что получается. Вот такая крыша. Вот в этом месте чуть-чуть пузо. Ну и здесь чуть. Пузик небольшой, придется греть. Но это буду делать, когда буду делать стойку крыши. А сейчас я займусь передней дверью. Вот такая дверь. У нас есть, ничего сложного, прикрутил завеску и ломиком внутреннюю часть вытянул, посадил внешнюю. Вот как бы дверь готова. Сейчас займемся мордой. Вот здесь, видать, куда-то наскочил, был удар, помяло. Вот как видите, надо потянуть в сторону, чуть вперед. Делаю без стенда. Вытягиваю. Ну вот, собрал все элементы морды. Морда уже как бы и готова. Ну вот, зачистил под споттер стойку. И при помощи споттера ее сделал. Ну вот как бы машина вроде бы готова. Примерил лобовое стекло. Вот оно стоит. Зазоры с крышей нормальные. Можно отдавать эту машину на покраску. Ну вот машина приехала с покрасочки, собрали мы ее. И вот так вот она получилась. Ну, основной элемент. Ну вот, пожалуй, и все. Я желаю вам всем удачи. С вами был Артур. Не забудьте подписаться на новые видео. Пока!